Рада приветствовать всех зрителей, всех участников на одном из самых важных стартов сезона. На финале Кубка России по стендовой стрельбе, который проводит гостеприимная Республика Адыгея, стрелковый комплекс «Дубрава». Стрелковый совет России пригласил для участия самых лучших 48 стрелков по итогам выступления на соревнованиях открытых кубков страны. Конкуренции поменьше, но она очень сильная, потому что на этих соревнованиях отобраны самые лучшие, которые показали результаты за этот год. Кто-то из Якутии, кто-то из Москвы, то есть со всей России приехали. Есть большая возможность показать себя, посоревноваться с сильными соперниками и побороться за призы. Надеюсь, что у всех будут высокие результаты, все покажут свое мастерство.